первый час ночи в парке имени Толстого собираются жители и гости городского округа. Голубой огонек по телевизору они поменяли на живой праздничный концерт. На ностальгических струнах души отдыхающих в новогоднюю ночь играли Митя Фомин, обновленный состав группы «Блестящие». Артисты исполняли хиты прошлых лет. Вообще, мы не ожидали, что будет круто. Пришли сюда и так неожиданно увидели группу. Очень весело. Как называется она? «Блестящие». «Блестящие». С Новым годом всех! Песни и танцы под хиты 90-х и нулевых сменил праздничный салют. Очень все мне нравится. Салют великолепный. Новый 2022 год под открытым небом встречали также в парке имени Величко, Подрезкова и Экоберег. Здесь горожан развлекали диджеи, Дед Мороз и Снегурочки. Еще одним подарком в новогодние праздники для меломанов стало выступление коллектива Сурганова и оркестр в ДК «Родина». Где-то там полумрак, мягко с выдумкой так обозначил вам день силуэта. Где качалка числом, баталы пель, озорной глазывчивый ветер. По словам поклонников, группа заняла уникальное место в российской музыкальной индустрии. Я была поражена ее проникновенными словами, музыкой, профессионализмом и вот, ну, настоящей музыкой. И мне захотелось. Я ведь уговорила дочку пойти на концерт. Но я в восторге. Я еще буду переживать долго-долго это. Череда празднований в Химках не закончилась. В парке Толстого в пятницу жители и гости города смогут отметить Старый Новый год.